Так, сегодня у нас троечки здесь от Винтерлинг. 50. Здесь розы. С розы рисунок красивый. Вот такую я взял. Зелененькая. И в чашке тоже розочка. Тоже Винтерлинг 2,50. Тоже в хорошем состоянии. С розочкой 2,50. Здесь отколото на чашке. Так, сервиз стоит. Сейчас посмотрим, чей. Винтерлинг. 80 центов чашки, тарелки. Тарелки Пауэра. Кофейник 3,50. Маленькие тарелочки. Восьмиугольные. Сахарница молочник. В хорошем состоянии, но не моем. Так, здесь стоит сегодня пара. Такая вот. Скрипач играет. $4.50. Внимание, это не игрушка, это не декорация. Играть нельзя ей. Солдатик 3,50, копилка. Ваза, не знаю, не помню, стоял вроде. Дощечки 40 евро стоят на стенку. Типа рисунка. Такая вот типа картины на стенку. Фигуры типа стариков двух. Это из глины, керамика у нас. Маден Денмарк. Опять кресты. Дощечки. Вот
металлический. 17 евро стоит. Три пятьдесят. Евро 50. Доска какая-то. Афиша. Два евро. Современная мокпара. 50 центов. Чайник какой-то белый. Зельтман. Андреа. С набором. Так, из дерева смотрим. Деревянный мальчуган. 08. Тоже в рублях. Непонятно. Тоже номер какой. Две совы сидят. Керамические. 3,80. Мальчик 10 евро стоит. Это крутилки. Перец. Специи. 2,80. Розетки деревянные. Бабочки. Рисунки. Из соломы. Медведи 2,50. Тоже 2,50. Соломенные. Бочонок такой. 6,50. С краником. Деревянный. Настенная тарелка деревянная. 2,50 стоит. Лукошки. Это все было вроде. Новый год скоро. Сейчас игрушечные. Ой, игрушки на елку. Выставили. 3,50. 2,50. Полно всяких коробок разных. Полно. Все это из-под конфет, из-под печенья, из-под пряников. Пустые. Такие вот большие. Коробочки. О, горшок такой под цветы. 45 евро стоит. Офигеть, тяжелый. Наверное, керамика. Громадный. Тоже какие-то подсвечники. Колокольчик 82-й год. Бегоном.
домик. Овчарня, наверное. Эти ангелочки все больше и больше. Кулечки. Дед Морозики какие-то. Куча всяких ангелочков. Медведи, снегурки. Подсвечники. Так, сегодня появился еще столик с шестью стульями. Деревянные такие. Добрые стулья. И стол такой. Деревянный. Стоил 600 евро. Сейчас стоит 150 евро. Вместе со стульями. Такой вот раскладной тоже столик. Тоже деревянный. Комодики. 80 евро. Шоколадочка здесь. Так вот. Типа комода 70 евро. Нет, 10 евро. 10 евро все стоит. Всего 10 евро. Посмотрим ящики. Так, еще и пойдет куда-нибудь в сарай поставить. В гараж. Зеркало, зеркальный шкаф. Здорово. Вот такая доза. Керамическая. Уточки. Что-то наклеено, такая картиночка. Стоит, конечно, 13,50. Под сахар. Под конфеты можно. 13 евро. Такая вот ваза. Как гофры. Сделана. Подсвечник. Бутылек 5,50 под вино ставить. Так, вазочка опять какая-то. Ору 20 стоит. Позолоченная. Наверное, богемия. Так, подсвечник. Такие. Богемия. Фужер. Богемия. Доставать не буду из коробки. Вот он выглядит так. Подсвечники. Это подвешивается здесь цепочка. 3 евро. Цепочка еще даже внутри. На крючках. Вот такой. В виде груши. Тоже туда свечка ставится. Вот такая девица здесь. Как типа возле колонны.
тоже подсвечник. Под большую свечу, видать. Так, кафе, ящичек. 2,50. Нарисовано. Кофе. Туда можно что хочешь делать. Ложить. Класть. 3,50 кошечки такие. Две штуки. Одна 2,50, другая 3,50. Так вот. Так, мальчигана выставили. Типа как итальянский. Димона, подделка, может, не подделка. Какие-то вот две буквы стоят. Буквы непонятные. Туда Г. Понятно, может кто знает, чья это мануфактура, изделие. Вроде как порцелян выглядит. Больше ничего не стоит нигде. $5.50 стоит, видно, что вещичка старенькая. Под дерево уже. Потом здесь стоит масленица такая. Роллинг бутер. 250-500 грамм. Снизу под круглое масло. Аля, 4 евро. Так, какая-то непонятная вещичка, картина, то ли в виде подноса, наверное, была. Уже поцарапаны. Царапина видно. Использовалась, видать, как поднос. С этой стороны. Мягкая ткань какая-то. Приклеена. Это вроде бы как фарфор. 2,50 стоит. Кафе Брюле. Такая вот китайская, походу, ваза с цветами. Печать. Видно, что старенькая. 4 евро стоит. Так, набор стоит. Сейчас посмотрим, чей он. 50 центов чашечки. Это у нас Шиндинг. Это чашечки 50. Тарелочки 50. Большие на 0 €. Сахарница, 2 кофейника и молочник. К сожалению, только одна чашка осталась. Остатки. Видно, кто-то разобрал или сдали. А нет, вот еще одна чашечка. 2 чашки уже есть.
такое вот красивое. Без клейма. Роза. Внутри роза. €1 все стоит. Резкости нет. Тоже от набора какого-то. Асберг. Тарелочки. Двоечки, короче. Салатницы две какие-то. Рулетницы. КПМ. Вот КПМ. Рулетница. Томас 80 центов. Флирт современная. Сонвальд. Две панисы. Тоненькая шкурлупа. Яичная. Набор. Так, все, надо выходить. Сегодня я от Каподимонта нашел в интернете вот эта штука, фигура. Потом вот такая фужер 4,50. Давно не выносили. Это к своей коллекции. Очередной фужерчик хрустальный. Все, пошел на выход. Всем пока.